Здорово, стратегические жеужики. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что мы продолжаем делать Канаду великой снова в Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности божество. Но подробности этой партии, что тут вообще происходит в первой серии. Так что если вы случайно наткнулись на видео, то переходите к первой серии. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Там я все рассказываю. Даже есть сейв первого хода, чтобы вы вместе со мной эту игру тоже проходили. Ну, а для всех остальных... Да, кстати, спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. Ну, а для всех остальных давайте продолжим наши дипломатические потуги привести мир к процветанию, и чтобы все друг дружку любили, не воевали. Ведь практически осталось вот только с Майя договориться, в общем-то. Так, 35 дипломатических очков. Так, у нас один ход до сессии. Знаете, я подумывал о том, чтобы у тех, у кого... Я просто не знаю, что там сейчас будет предлагаться. Но я подумал, может, купить дипломатические очки у кого-нибудь. Просто мне интересно, сколько это будет. К сожалению, в быстрых сделках это невозможно посмотреть. Вот, например, купить. А, не, мировое влияние можно. Нет, видите, вообще не продают мировое влияние. Нету доступных сделок. Так, а продажи мирового влияния есть, я думаю, да. 447. Вот, слушайте, а тут какие-то есть рассмотреть даже предложения, а не принимать. А, он еще шедевр хочет. Не, ну ладно, это мы не будем принимать. Дальше, что у нас есть по шедеврам, еще не заполненным в амфитеатре? Центр вещания в Эдмонтоне. Давайте сюда перенесем музло. Есть в Монреале и Галифаксе амфитеатры. То есть можно письменность купить. Не будет у нас тут случайно своего? Вообще скоро может быть. Тем более тут где-то, по-моему, да. Так, ладно, давайте какой золотой век возьмем. Ну, живут драконы и к оружию мне бессмысленно. То есть, либо... Ну, мне вообще пульс паровой машины понравился. Так что я, наверное, продолжу производство от этих... От кампусов. Так, железная дорога у нас вот так проведена. Давайте дальше в Викторию. Ведем дорогу железную. Так, тут оказание... Так, что с оказанием помощи? Я на втором месте пока. Давайте, может, еще фестиваль на Театральной площади. У нас, кроме писателя, еще вот художник. Кстати. А для художников вообще что-то есть? Нам еще художественный музей надо построить. Но вот тут у нас еще, видите, нету театралочки. А вот здесь еще амфитеатр можно... И художественный музей, соответственно. Так, демократию мы приняли. У нас какая-то карточка закончилась. А, соседство. И стадионы плюс один. Так, во-первых, да, мы же профессиональный спорт открыли, блин. А профессиональный спорт означает стадион. Давайте мы стадион купим, я думаю. 1630, вон. Буквально 30 монет не хватает. Надо что-то продать. Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. У нас денежков нету. Ладно, мировое влияние мы, конечно, не будем продавать. Ну, редкие ресурсы, возможно. Давайте со стратегических. Вот, лошади хотят. Вот, за 173 монеты. Одномоментно, отлично. И покупаем сразу тут стадион. Среди жителей Канады крылатая фраза «побывать в Оттаве» означает «замечательно провести время» на стадике. Так, и смотрим, 9 культуры, 9 культуры, 7 культуры. Все, мы замаксили наши эти хоккейные коробки. Так, туризм от культуры после открытия технологии авиации. Есть, плюс 2 к пище и производству после открытия. Есть, плюс 4 культуры за средства стадионом. Есть. Ну все, отлично.
700 культуры, как вам? Вообще охренеть. Так, ладно, куда мы дальше пойдем? Что нам вообще тут на дипломатию? Что-то есть? Это на культуру и довольство. Это на энергию и на проекты. Может, в цифровую демократию? Так, два аэропорта, дальнюю связь исследовать, космопорт построить, аэродром, расщепление ядра. А мы химию пока исследуем, да? Знаете, наверное, после химии пойдем в уран. После химии, я сказал. Пойдем в уран. Так, нефть могут нам продавать. Кстати, мы еще нефть не открыли. Давайте сначала даже, наверное, в нефть. У нас все равно через нефть. Просто, типа, сначала, чтобы было... Нет, оно все равно, кстати, шестым. Типа, зря переключал. Что, вот ищем источники. В Шербруке. Универ. Может, священку? Ну, типа, ради пагоды. Чисто ради этого нет. Хотя, дайте я гляну, электричество у нас... Как? Да, до всего дотягивают. Видите, Теслу использовали, до Виктории стали дотягиваться. Все зашибись. Так, что же в Шербруке тогда строить? Кампус полностью построен. Канализация тут не нужна. Водяная мельница... Но вообще есть ферма на рисе, но что-то тоже неохота. Банк. Ладно, оказание помощи здесь сделаем. В Галифаксе амфитеатр, художественный музей. А где-то я, по-моему, делаю еще археологический. Вот тут, да? Да, в Монреале. Самое интересное, что я даже особо не макся науку на втором месте нахожусь. Так, ну, важно сейчас, конечно, какие сейчас будут предложения. И вопрос, если там будет три голоса дипломатически, не проголосуют ли все против меня? Так, ну всемирная выставка нам точно нужна. Очко дипломатической победы. Получает 2 очка дипломатической победы, теряет. Я типа не блин, но я первый. Будут ли они голосовать, чтобы я потерял эти очки? Черт. Так, на 2 уровня выше давайте ракетостроение. Дальше юниты, ну просто ближний бой. Ну давайте попробую за себя. Вот тут, наверное, можно немного, 4 голоса влить, этого будет достаточно. Видите, я за голосование практически 800 голосов набираю. Ладно, давайте так и так сделаем. Чтоб по максимуму уже. Мне кажется, сейчас меня отберут голоса. Петр Великий получает. А вообще никто не голосовал за отнять голоса. Паундмейкер 12 в себя влил. Сорвать с ракетостроения. Блин. Вот я не знаю,
Правильно ли я поступил, что мало так влил в 2 очка? Как вы думаете? То есть я вот... Ну вот за это, да, еще 24-28 ходов, еще по одному очку, да? То есть у меня сейчас 13 вроде должно быть. Да, 13. По одному очку вот это. 15. 16-17. Я должен открыть, наверное, цивики. Смогу ли я это за 30 ходов сделать? И, соответственно... Ну, мне вот к следующей сессии надо побеждать. По дипломатии. Либо вот эти ребята улетят. У меня такое полностью ощущение. И не факт, что я сейчас не тупанул в том, что не взял больше очков. Так. Хищение средств, вероятность побега и, наверное, хищение технологий, наверное, возьмем. Так, продуктовый рынок в Ванкувере. Плотины у меня везде построены, да? Я могу не беспокоиться. Кстати, вот эту клетку можно купить, чтобы ее не затопило. Так, проверка еще. Тут все куплено, куплено. Это не затапливает, не затапливает. Да, все нормально. С плотинами точно все зашибись. Могу лошадей еще продать. И уголь, кстати. Пока у меня плюс 11 вход за уголь. Чё, им так все лошади нужны, не понимаю. Так, нет, железо мне самому надо пока. Селитру, о, селитру можно. Уголь. И уголь. Тем более союзникам. 22. И эту продадим. 22, нормально. Так, алюминий и нефть. Нет. Нефть бы я бы сам купил. Ладно, покупаем теперь шедевры. Оставлю. Ну, вообще еще 2 свободных амфитеатра. Я только писать, наверное, 2 еще можно купить, я думаю. Литературных произведения. Блин, у меня столько договоров, смотрите, за золото вход. Напоминаю, что мы это все покупаем ради туризма, который дает нам дипломатические очки, а не ради туризма, который мы можем победить тут. Я не верю, что это можно победить с таким количеством культуры у других цивилизаций. Хотя, с другой стороны, вот куда нам еще тратить веру? Может начать этих рок-группы использовать? Ладно, я подумаю. Ну, тут строить нечего. А, подождите, Сиднейский оперный театр можно на воде, кстати. Нормально, пускай. Археологический это мы, значит, археолога делаем.
Может купить его? Давайте, наверное, купим, а строить будем лабу. Так, амфитеатр художественный. Монтесума венецианский арсенал построил. Вот он. Красивый. Кстати, Ресифи не отваливается, потому что у нас культурный союз с Бразилией. Ну, мне пофигу, на самом деле, на алюминии. Тут же мы воевать не будем, самолеты строить не будем. Так, где у нас тут? На море и на территории. Наверное, вот эти три заберем. Так, нанимаем писателя, нанимаем художника. Где у нас писатель? В Гамильтоне. Ну, вон, в Галифакс давайте. А художника, по-моему, вообще нигде пока не можем использовать. Художественный музей в Гамильтоне как раз делаем. И тут, да? Тут три хода. Ну, давайте сюда. Фестиваль на театральной площади завершили. Ладно, теперь лабу. Пока далеко до следующих великих людей. Лабу. Педру второго. Амфору. Сан-Паулу бегает. Так, ну что, попробуем. Сорвать ракеты, найти источники сначала. Сорвите 74, потому что без источников. Найдем источники, сорвем ракетостроение. Так, лабы сюда действуют, да? Ну, давайте сюда театралку. Фестиваль закончили. Что у нас там с помощью? А, и всемирная выставка, это как раз великих людей тоже набивать надо. Но помощь раньше. Ну, они вообще примерно одинаково. Так, давайте сначала помощь проведем. Кстати, а что там Маракана дает? Плюс 2 довольства в каждом... Нет, ничего интересного. У нас довольство и так немерено. Вот Христос Искупитель был бы крут. Давайте Христа Искупителя в Калгари. После художественного музея, наверное. Так, я могу гипс продавать. Может быть, я могу что-то купить. Да. Могу с Майя поторговать. Может, реально ей не продавать ресурс роскоши? У нас Майя, собственно, очень мало чего хочет за все это. А она лидер по улету. А нет, слушайте, Вавилон уже лидер. Но у него вообще не исследованы спутники. И, соответственно, у него меньше науки, чем... у Майя, ну в два раза. То есть я думаю, что Майя быстрее все это должна исследовать. Так что я лучше бы Майя не помогал. Перекупили Вильнюс. Не, Вильнюс классный, Вильнюс надо вернуть. Ну вообще все, мне надо быть союзниками всех городов, потому что каждый союзный город ГГшный дает мне одно дипломатическое очко вход. Бля, что-то я... Просто выключил, что мне там Педро говорил. И не увидел. Мне реально космопорт даже не нужен. У меня вся карта открыта.
Ну вот для дипломатической победы, давайте подумаем. По-моему, вообще не нужен космопорт. Походу нам сначала вот в эту, хотя сюда 4 и сюда 4 абсолютно одинаково. Блин, Христа Искупителя построили, Педро. Так, Вильнюс возвращаем. Один посол. Больше ничего не могу засоюзить. Ладно. Every life is many. Ну что, куратора изобразительного искусства, музыки и литературы. А у меня в столице, по-моему, эти артефакты, да? А нет, художественные. Да. Ну давайте на туризм. Сейчас у нас должно быть точно больше 400, то есть это еще плюс к очкам дипломатии. Ну, способность Канады. Все, способность Канады, напоминаю. Так, нацмузей готов. Театралочку. И этим мы завершим вот эту прекрасную ромашку здесь. Оказание помощи. Я все еще второй. Ой, третий даже. Продолжим оказывать помощь. Давайте по городам пройдемся. Вот так сделаем. Или нам пускай он растет 6. Ладно. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Давайте посмотрим, может нам по цивикам куда-то еще заглянуть. Не знаю, вот большой театр не особо хочу. Хотя вот тут дополнительная культура от зданий на театральной площади. И что я заменю? Наверное, все-таки стоит оперу и балет открыть. Дальше. Капитализм. Пожалуй, не нужен пока. Дополнительное ускорение тоже нет. Ну, дальше холодная война только. То можно в космическую гонку. Видимо, так. Так, тут ждем художественного музея. Да, тут я плыл в Кумасе. Я пока не буду, я не могу так покупать, не глядя. У меня, по-моему, только... Ну, это вообще можно было в столицу, конечно, поставить, но я лучше спокойно выберу, какие там шедевры. Надо будет сейчас реликвии посмотреть, может, у кого есть. И я вот слышу уже, конечно, рок-группы играют, но в газете «Рио де Жанейро» появилось под названием «Группа разогрева», о концерте группе «Фальшивые революционеры». А кто концерт-то проводил? Запуск искусственного спутника «Майя». Let's get on our knees and pray. I don't ballet projects a fragile kind of. Так, ну смотрим, сколько эта культура будет давать. Эта карточка 12 всего лишь.
Блин, ну я бы, наверное, не менял ничего. Я бы пока оставил как есть. Это просто хорошо тем, что еще... Хотя там одно счастье всего лишь на один стадион. Это просто плюс один от стадиона. А у меня тут плюс 8, да. Наверное, вот это заменить надо все-таки. Спортивные здания заменим на... Гранд Опера. Вместо того, чтобы на спорт смотреть, лучше в оперу ходите. Пока так. Ну и дальше в холодную войну. Так, тут соединяем железной дорогой. One by one, they were all becoming shade. Ощущение. Давайте срыв ракетостроения сразу. Еще качнем. Так, я могу шелк продавать. Смотрим. Редкие ресурсы никто сюда не продает? Никто. А... Реликвии. Откуда у россиян постоянно реликвии? Еще одна. Главное, продают вообще без проблем. Я понимаю, что сейчас туризма мало от них. Я не смог построить этот Христа Искупителя, но у меня пустые храмы стоят. Че, какая разница? Подумаешь. Вот у меня даже, видите, еще... Так, текст Фауста, почему он здесь? Походу все храмы... один храм остался, да? То есть мне бы еще одну реликвию, и будет все забито. Дальше, у нас две письменности в амфитеатре. О, мы еще национальный музей... Вот, слушайте, так вот же реликвия в храм. И у нас теперь нацмузей... Где он? Куда он делся? Вот. А тут не может быть никакого, да? Ну, короче, нам надо два письменного ресурса сделать. Сколько там до музыканта нам далеко, да? Давайте покупаем два литературных произведения. Смотрим. Вот это все это на монополии, на корпорации. А у меня корпорации нету, и фиг знает, будет ли. Так, и археологический музей, у нас археолог. Художественный музей тоже там художник где. А куда? Не понял. Так. И так. Все, письменность вся заполнена. Теперь у нас 4... художественных в национальный музей можно организовать. Давайте, наверное, лабу строить, а центр вещания купим. Так, что с оказанием помощи? Я на первом месте. Еще раз, давайте. Шелк, селитру можно продавать. Так, литературные произведения не хочу. 2-2. А портреты то же самое будет? 3-2. Так, скульптура. Ну, скульптура, портреты, религиозные объекты, они все должны быть одинаковые. Даже артефакты то же самое. 3-2. Вот муспроизведение должно быть выше, по идее, да. 4-4. Ну, давайте его скупим. Их скупим. Все, типа, нету доступных сделок. На самом деле есть, но просто некуда пихать.
Отлично. И мы тут карточка где-то должна быть дальше на музыкальные произведения как раз плюс 100%. Во, что в космическую гонку пойдем. Кто там играет? Ну это не Майя опять же. Я уже, кстати, четвертый по возможной культурной победе. Ну, туризма у меня сейчас должно быть, кстати, немерено. Уже. То есть, видите, у меня уже туризма больше, чем культуры у самого высокого. Блин, как бы тут культурой не победить? До того, как... Каждый ваш посол дает двойной эффект в городе-государстве. Если его сюзерен... Ну, пока у нас послов мало, чтобы это использовать. Рок-группы можно нанимать. Дополнительный шпион. Ну, пока ничего не меняю. Дальше идем, как я говорил, в холодную войну. Ой, в космическую гонку. Холодную войну мы открыли. Так, с Семеном Боливаром надо торгануть ресами. Ну и за гипс. А, он мне даже ничего продать не может. Дополнительно. За... А, железо не продает, ничего себе. Ладно, давай право прохода, не знаю зачем. Блин, давай мы тебе просто деньги дадим за это. Однократно, причем 10 монет. Ой, серебро можно с Россией поторговать. Кстати, там у него реликвии не появились случайно. А, подожди, мне их некуда уже пихать, да? Мне реликвии уже просто некуда пихать. Петух! Получили петуха. Ей. Тут, кстати, можно было бы эти сделать тоннели, чтобы объединить две половины страны. Так, с просьбой о помощи. Ага, Кри тоже читает. Но мы тут тоже что-то делаем. А с великими людьми? Пока я впереди. Причем, причем я практически ничего не читаю. Ладно, давайте просьбу о помощи тогда поделаем. Лабы тут построены. Кстати, уже должно начаться так нормально плюс электричество. Так, тут лаба. Тут амфитеатр. Срыв ракетостроения. Ну, давайте проводим 90%. Как можно жить с такой кучей долгов, в смысле? Нормально. Минус 753 я плачу, да? Минус 753.
Но оно того стоит. 1000 культуры. Обычно я до 1000 науки довожу. Опять все. Что вы про нищету? Вообще, у меня больше денег, чем у многих из вас. Почему 0 золота у Колумбии? У него там явно на содержание не хватает. Бразилия готовится к войне с инками. Интересно, каким образом? Ну, я на слухи смотрю. Как они собираются воевать? Да, но мне, похоже, надо прекращать уже за золото вход что-то покупать, потому что... Ну, кстати, можно что-нибудь продавать. Чё я? У меня ж ресов достаточно. Ну, уголь уже можно начать опять продавать. Лабу надо построить пока. Наверное, я бы построил военную академию. Почеку так хочет железо. Ну, железо мне самому все-таки надо. Давайте опять, что с лошадьми? Угу, покупают. Всех лошадей продали. Железо самому надо. Селитра 20 штук. Ну, давайте ацтеку. Уголь. Ну, майя точно, наверное, не надо продавать. Давайте бразильцу чисто продадим. Это я бы и кри продал, в принципе. Так, алюминий. А нужен ли мне что-нибудь алюминий? Я самолеты не буду апать. Я бы продавал алюминий тем, кто не улетает. То есть, например... Ну, например, кри. Смотрите, а давайте проверим, что кри не улетает. Второй проект начали майя и Вавилон. Ну да, даже ракетостроение не открыто. Блин, вот это, конечно, удобная штука. Быстрые сделки. Очень упрощает. Так, мировое влияние, так понимаю, никто не хочет продавать. Ладно. Ладно, ладно. Блин, может все-таки как-то торговца заполучить? Я вот думаю купить этого торговца ради корпорации. Я могу на гипсе корпорацию сделать. И поделать вот эти всякие штуки. Монтесума. Все, все, смотри, что вот это не заполнено. И жалко стать. Так, центр вещания в Монреале. Свободен. Вообще, в принципе, выглядит так, что я музыканта Фредерико Шопена получу. Блин, поляки говорят, что Фредерик Шопен — это их композитор. Но выглядит так, что канадский. Я вообще Польши на карте не вижу. Куда Польша делась? Вы не вправе определять на права на историю. Копаю, где хочу. А что это вообще он, кстати... А, это на его территории точно было. Лучше не захватывать слишком много земель. Вообще ничего не захватывал. Интересно, почему Майя ко мне плохо относится? Надо глянуть. Тут все ко мне хорошо, кроме Майя. Что там у нее? Так, 200 туризма. О, тут закончилась наука. Ну и что мы тогда поставим сюда? Блин. Мне вот это ничего не надо.
Не знаю, улучшение юнитов. Надо ли мне апать юниты вообще на этот тратить? Давайте плюс один к перемещению. Логистику поставим, точно. Так, и сколько эта карточка? 80 туризма даст. Ну что, вместо послов, может быть. Потому что все вот это, я считаю, мне очень надо. Хотя и послы нужны. Ну ладно, тут уже мы набили потихоньку. Так. Дальше. Губернаторский титул. От всех торговых путей. 5% науки. Может, сначала охрану природы? Ну, просто плюс 25% туризма, это, понимаете, это еще плюс к дипломатическим очкам, как вы понимаете. Наверное, все-таки сюда идем. Уголь, алюминий можем продавать. Вы смотрите, что Кри делает. Так, ну нам надо в оказание помощи тут вкладываться. А мы, кстати, оказываем помощь русскому, да? Да. Строю художественный, а не археологический, потому что у компьютеров почему-то вообще нету этих... Они не копают археологами нифига. Не знаю почему. А художественный я хоть что-то купить смогу. Так, ну и... Почему я на гипсе не могу? Или могу? Вот сюда. Могу. Ставим корпорацию. Хунахпу ишбаланки гипс ассимилейтед. Господи. Лёша гипсокартон будет называться. Так, и что, вот производство, оно что будет делать? Ну, давайте сделаем хоть одну продукцию, глянем, что дает. Напоминаю, это у нас плодовой, он выкидывает... Нет, сначала добавляет необходимое число послов, чтобы стать сюзереном Кумаси, а потом выкидывает всех других цивилизаций, всех послов. Так, у нас перекупили Хатусу. Ацтек. Нет, пока ничего из этого не покупаем. Надо нефть, кстати, купить. Bolt actions speak louder than words. Итак, смотрим. Кумаси, Макс. То есть у меня сейчас будет тут 7 послов, и больше ничьих послов тут не будет. Угу. Мне кажется, надо еще помощь пооказывать. А то там что-то Кри не успокоится никак.
У Хаммурапи кофе и благовония можно. Знаете, надо мод какой-то, который еще исправит цены на ресурсы роскоши. Мне кажется, компьютеры слишком дешево их продают. Просто слишком дешево. Да, давайте стратегические ресурсы. Нефть. Почему-то только Хаммурапи. Ну, опять же, 95 нам не надо. Давайте 50. Не хочу ему ресурс роскоши давать. Лучше золото в ход. Опять же, человек улетает с этой планеты. А я хочу дипломатии всех оставить на месте. И чтобы мы все дружили. Так, в Хатусу. Посла. Кстати, три посла в Канди стать давайте. Отлично. А чё Канди никто не союзил? Странно. Буря усиливается. Плюс три, плюс два. Ну тут еще до конца, да, дофига. Пока не хочу покупать. Кстати, климат довольно медленно уходит. Хотя 1500 какой-то год. Так что с улетанием? Пока норм. 23 хода до сессии. Вот почему-то Кри тоже дофига получает очков дипломатических набирает. Надо еще посмотреть, как там с войнами. Спасибо. The best steel doesn't always shine the brightest. С Лаутарой и Хаммурапи дружбу заключаем. А, я же хотел посмотреть, почему меня Май все не любит. Первые впечатления о вас, неизвестная причина, дружба с врагом. Ну, дружба с врагом логично, а все остальное... Но все равно больше ж плюс. Ладно. Нам просто надо, чтобы у меня делегации и посольства открывали. Это у меня тут канцелярия. Интересно, а можно как-то посмотреть, сколько дает уже дипломатии канцелярия? Нет, нельзя. Точнее, консульство. Видите? А, почти дипломатический квартал. Вот, видите? Плюс один к мировому влиянию за каждую делегацию или посольство. А, вот тут, наверное, можно... Вот, от посольств плюс 10. Плюс 5 от союзов? Слушай, так мне надо еще союзы тогда. Что, каждый союз дает еще дипломатические очки? Не, подожди, плюс 5 от союзов. Наверное, от уровня союза. И видите, я не строю больше эти, как его, фабрики разные и прочее, потому что это был бы еще больше штраф за выброс СО2. Ну, я бы с кем-нибудь союз заключил. М-м-м.
Наверное, с инками и мапуче. Этим давайте экономический. И с инками военный. Да, плюс 7 от союзов стало. Каждый союз... Я так понимаю, что это от уровня союза. Значит, союз первого уровня 1 очко дипломатическое, второго уровня 2 очка и так далее. А, у Анаку покинул, блин. Из-за того, что мы союз заключили. В Поленке сидит. В Аккабнале сидит. Тогда к Вавилон, наверное, надо. В Вавилоне... В Вавилоне не сидит. Не, в Вавилоне сидит же. Во. А, тогда в Барсипу. Блин, надо продолжать просьбы о помощи. Этого адмирала я пропущу, нафиг нужен. Артефакты во всех ваших городах вырабатывают. А вот этого ученого надо бы забрать, да? Правда, у нас всего 2 археологических музея, но этого вполне нормально. Так, туризма, что я уже от туризма плюс 6 имею. Но вот есть ли смысл здесь еще какой-нибудь район строить? Я не вижу, честно говоря, смысла. Шпиона давайте сделаем. Так, получилось ли у нас тематический бонус... Педро Антич. Ну, у нас не получится. Они никто. Вот давайте еще раз проверим, что никто. А, подождите. Возможно, знаете что? Это, возможно, не показывает, потому что у нас места нету для артефакта. Хорошо, а если я вот так переместить. Или я не могу переместить? Да, у нас. Знаете, что у нас места типа нету? То есть мне реально надо просто просматривать. Хорошо, давайте по-другому сделаем. Поищем археологические музеи. И у кого есть археологические музеи, у того могут быть... Вот, инк. Смотрим. Вообще, по идее, должно писать, если там что-то есть. Вот, сердце-обличитель, видите? У мапуче. Во, я нашел, как это делать. А здесь вообще вон... А, там сердце-обличитель, кстати, это не факт. Видите, тут Анна Каренина. Анна Каренина в амфитеатре. Назидательный новеллы амфитеатр. Там сердце-обличитель это в амфитеатре. Вот кольцо с печаткой и свиток у бразильца. По названию, думаю, можно будет понять. И вот здесь браслет. Короче, с бразильцем надо попробовать поторговать. Значит, что мне надо, чтобы получить тематический бонус? Что-нибудь древнего мира, а ему продать либо копье, либо табличку. Так, браслет античности, во, а, блин, во... я не посмотрел, что там в третье у меня, черт, это варвары, мне как раз древнего мира варваров не надо. Ладно, что у него вообще в принципе есть? Артефакт средневековья, Педру, античности, варвары,
Свиток древнего мира варвары. К сожалению, ничего из этого не подходит. И вот тут в средневековье у нас только один, да? Да, жаль. Но все равно, видите, вот бразильца мы нашли, который копается, и все, только один бразилец, и всего три артефакта. То есть у него было... Был один археолог, получается, и все. Да, всемирную выставку я выиграю, даже походу ничего не делая. Вот тут надо на помощи сосредоточиться. Так, тут, я думаю, мы ничего менять не будем. Сейчас нефть откроем. Да, сколько у нас договоров, конечно. Ужасть. Монреаль. Многолюдный многонациональный город Монреаль никогда не спит, но истории из жизни его обитателей сплелись в волшебную паутину грез. Монреаль типа 25 достиг. Так, что у нас тут с Мэрилики? Может ее купить? Ну, я, наверное, куплю ее за веру. Оказание помощи завершено. Нет, не хочу я большой театр на этом месте ставить. Ну и Эйфелева башня, фига мне престиж. Продолжаем, видимо, оказание помощи. Ну, видите, Кри не отстает. Так что нам реально надо постоянно это делать. Ничего не сделал. Видимо, искал источники. Так, здесь... Какую-то карточку Майя поставили. 63% даже с источниками. Хотя должно быть 74, по идее. Ну, продолжаем помощь. Так, художественный музей есть. Давайте лабу. Надо что-то попокупать, я думаю. О, вот у Адора Розвельта можно соль купить. Не меняем. Охрану природы 25% к туризму. Почти завершили второй проект наши космонавты. Я уже на третьем месте по возможной культурной победе. Ну я, блин, я не представляю себе, честно говоря, что тут. Возможно, если бы я сейчас копил веру как раз на рог музыкантов, можно было бы попробовать. Таки мобилизация. Engineering is the art of direct... Открыли нефть. Вот нефть и... Кстати, а под... Нет. Это улучшение не снизу. Ну, конечно, я тут не буду нефть убирать, как вы понимаете. Вот тут мы, наверное, купим... Рабочего. Уже 630 стоит. И нефть обработаем. Да, уголь, кстати, можно продать.
И лошадей опять. Я не буду крип продавать. Что-то он со мной по дипломатическим очкам одинаково идет. Не хочу ему в чем-либо помогать. И плюс он меня, вон, видите, просьба о помощи. Постоянно. Так, здесь сделаем горный тоннель. Потом туда перебегаем. Вот тут мы доделаем железную дорогу к Шербруку. И к этому... И вот здесь сделаем горный тоннель, и все, инженер у нас закончит свою работу. Может тогда археологически еще сделать именно за счет вот этого ученого, чтобы больше туризма давали. Блин, вот этот торговец тоже ничего такой. Ну, хотя у нас плюс 25% туризма чисто к Бразилии будет, но лишний торговый путь тоже не помешает, да? Но у нас слишком мало торговцев, чтобы этого торговца заполучить, к сожалению. Так, где там наши... Ну, нам надо в цифровую демократию, конечно, выйти... И тут где-то должны быть вот этот очко дипломатической победы. И, соответственно, в науке тоже где-то. Ну, блин, науке... Нам надо все-таки как-то науку ускорить. Потому что там есть одно очко дипломатической победы в ней. Я пока не буду селитур продавать. Поднакопим побольше. Три армии или армады, кстати. Надо все-таки поставить карточку, наверное, на ап. Апнуть тут во что мы можем и сделать три армии или армады. Такие. Ну, немножко начал Кри отставать. Окей, значит, что, во что мы это можем апнуть... Пехотинцы, значит, надо пехотинцы делать. Блин, будут жрать, конечно, нефть. Жалко. Блин, ладно, я пока подумаю. Кажется, надо фестивали провести. А вот здесь я, наверное, исследовательский грант проведу. Чтобы эту быстрее чувиху получить. Ну что, первая продукция корпорации. Я так понимаю, что и... Давайте глянуть, делает ли кто-нибудь... Интересно, в этих быстрых сделках есть по корпорациям? Ну, как его? Фильтр. Cars haven't advanced that much since we were kids. I shall return again. Так, плюс 25%, 744 туризма. Сломали космопорт в Вавилоне. Два производства и один турин. Ну, кстати, нормально. Ч,
допустим, в Оттаву почему-то добавилось, например, а не в Эдмонтон. Так, быстрые сделки, продажа, ну это, наверное, шедевры, продукт. О, смотрите, готовы покупать, хорошо. Значит, и здесь должен быть фильтр. Что-то я сомневаюсь, что у них есть продукты. Видите. Ма. Я бы, наверное, продолжил эти продукты делать. Так, Матье получил повышение. Ну, давайте нейтрализовать губернатора. Сломали космопорт. Красители у Майя и пряности у Почекутека. Теперь в цифровую демократию через глобализацию, наверное. Блин, а тут дальнюю связь просят. Давайте, наверное, дальнюю связь откроем. Мне просто быстрее цифровая демократия важна, как мне кажется. Больше цифровая демократия нужна. Так, есть несколько необработанных клеток. Кстати, вот тут надо просто купить рабочего, эти все пообрабатывать еще. А здесь пойдем сюда. Блин, рабочие стоят дороже, чем шедевры имхо. Так, может оказание помощи пока отложить? Блин, не, вообще... Надо немножко хоть еще чуть оторваться от этого... парня. Очень Кри хочет России помочь. Интересно, применение ядерного оружия, наверное, снижает количество дипломатических очков, мне так кажется. Блин, а мне дальняя связь, она вообще к чему-то ведет? Да, ведет. Ее надо открыть. Ну и ускорит социальный институт, конечно. О, наконец-то какое-то бедствие происходит. Правда, я тут ожидал скорее извержения вулкана. А он мне кампус разграбил. Есть музыкант, флотоводца пропускаем. Давайте, наверное, куплю. Ученого. Так, музыкант... Ну, в столице, понятно, можем использовать. А вон, в Калгари. Ладно, можно немножко, наверное... исследовательских грантов поделать. Вот этот ученого я пропущу, если вдруг набью на него. Т-34.
Так, тут, значит, ракетостроение мы поломали. В Барсипу я отправил уже и так. Вот этот космопорт где? Шадупум. Ну, поехали туда. О, Кри и Инк начали войну с Ацтеком. Ну, Инк, конечно, никак не поможет, но то, что Кри с Ацтеком... То есть у них с самого начала эти все терки. Вот надо будет интересно посмотреть, как они будут. Так, Йоханнесбург, вот это нельзя отдавать, это куча производства у меня там. Хамурапи, понимаешь, постоянно что-то... Нефрит у американца. Больше никто не... Так, плюс 431, значит, что мне, наверное, можно покупать шедевры. В художественный музей. Центр вещания у меня есть. Музыкант, еще художественный музей. Значит, что-то художественное. Еще художественный музей. У нас три художественных музея пустых. Сразу мы все не купим, конечно. Скульптуры только две. Видите, портрет. О, портрет разный есть. Тициан, Ангелика Кауфман, отлично. Значит, Ангвисолу покупаем. Этого нет. Теперь Тициана, потому что разные нам нужны для тематического бонуса, понимаете? И Рембрандта. Или Рембрандта. Ну и куда он добавил, блин? Ты чё? Почему туда добавляется? Не знаю, вот тематический бонус получили. Так, пока дальше не покупаем. Посмотрим, как с деньгами будет. Смотрим за войной. Ну, не знаю, вот эти юниты не выглядят так, что могут взять города с такой силой. С другой стороны, у Кри, несомненно, более современные юниты. У ацтеков какие-то вон, бомбарды, кирасиры, а тут линкоры плавают. Не знаю, просто война ради войны выглядит. О, не актуально сорвать ракетостроение. Чё, кто-то другой сорвал? Да, кто-то другой поломал космопорт. Так, 350 науки за каждый артефакт. Так, дальняя связь у меня стоит, да? 350 науки, должны ее открыть. После этого идем в Уран. Открыли дальнюю связь. Социальные сети ускорены. Блин, и правительственную площадь поломала. Так, тут надо ремонтировать. Национальный музей сначала. Потом мастерскую. А потом уже кампусы.
Я еще одного шпиона могу сделать. Так, где у нас космопорты еще? Значит, у Майя уже два космопорта поломано. Блин, а их... Кстати, никто больше не строит. Даже не начал строить космопорты, понимаете? Так, давайте, наверное, ящичела или в Поленке. Блин, где может больше производства? Наверное, в Поленке. Канадские шпионы ломают космопорты. Так, тут исследовательские гранты. Наверное, надо продолжать исследовательские гранты. Просьба о помощи. Опять начинает Крит догонять. Ну, конкретно в Оттаве надо исследовательские гранты. Да блин, когда эта буря закончится? Фак, тут еще что-то поломало. Надо опять рабочего покупать. Без того, чтобы на шедевры тратить деньги, приходится на работников. Природа против дипломатии. Вообще не дело. $843 туризма. 1286 культуры. Блин, может реально все-таки... One day there will be no borders, no boundaries, no flags, and no countries. And the only passports will... Ну что, ставить? Так, рационализм 5%, но это 45 науки будет. Жалко. Ой, нет, не то. Где вот 5? Вот 5. 209 науки. А вот это имеет смысл, да? Электронная коммерция. Ну, короче, Международное космическое агентство точно надо поставить. Вопрос вместо чего? Наверное, вместо учетных банков. Потому что плюс 209 науки, это 209 науки, блин. Так, с Монтесумой и трюфелями надо торгануть. Теперь можно опять углем, лошадьми. Да и железом можно уже торговать. Все поломали. Здесь шпион 5 из 5. У меня шпионы сидят. Значит, Поленки, Барсипа, Шадупум. А, еще один в Поленке есть, блин. Я в Поленке отправил. Упи слабоват. Кюнджу нету космопорта. Ну, наверное, в эту давайте тогда. В Ящелан. Следовательские гранты. Мне надо опять просьба о помощи. Опять там Кри догоняет.
Промышленник, черный рынок. Может, Лян на парки и развлечения? Слушайте, я забыл вообще про курорты. Ёперный парус. Надо рабочих покупать, курорты эти. Блин, совсем забыл. Не, ну тут культура, престиж, довольство. Нафига мне это? Жилье. Вообще неинтересно. Удваивает количество. Ну, она в Йоханнесбурге сидит. А, наверное, Рейну тогда. Два золота за каждого жителя. Вообще, конечно, сейчас немножко бессмысленный. Где она у меня сидит? В Торонто. То есть плюс 30 золота просто, да? Так, шпион есть. Ну, давайте оказание помощи. В Галифаксе еще раб... А, блин, тут еще это поломали, сволочи. Блин, это, конечно, пустынная фигня. Очень много мне всего сломало. Так, редких ресурсов нету. Стратегические лошади продаем. Железо продаем. Селитру продаем. Уголь продаем. Не, мало предлагают. Уголь не продаем. Алюминий пока маловато накоплено. Наверное, можно какие-нибудь шедевры купить опять в художественный музей у нас тут. Кстати, археологический в Виндзоре. Тоже надо сделать еще. Ну, разные религиозные объекты. Зашибись. Вот это я, по-моему, да? Так, ну что у нас... Я уже на втором месте по возможной туристической победе. Но я очень сомневаюсь, повторюсь. Но у меня больше всех туризма уже. На втором месте этот... бразилец. Не следим мы за войной Кри-Ацтека. И у них там затапливает все. Но я эту бы я, наверное, не ставил. Так, материалы для работ. Давайте глянем. Вот у нас появилось... где тут 5%... Ух ты, 527 культуры. Ух ты. Ну, наверное, блин. Давайте, наверное, вот так сделаем. И вот так.
Вау, почти. Больше 1500 культуры, а? Так, ну что, железные дороги везде проведены, как я хотел. И, собственно, заканчиваем тоннелем вот так. Вот так можно было пробежать, и все. Так, а этот у нас начинает эти делать курорты горнолыжные. Туризм тоже. Блин, реально, как я о них забыл. А, я так и не выбрал, что тут. В этом городе все солнечные, геотермальные, гидро и наземные ветроэлектростанции плюс 2 к золоту. В Торонто, да? Ну, кстати, тут можно будет... Давайте вот это возьмем. Ну, нафига нам покупать районы за золото? Вообще бессмысленно. Паундмейкер Маракану построил. Такое ощущение, что он как бы так же, как и я, играет в ту же победу. Нет у вас такого ощущения? Ну, я бы это перебросил. Давайте. Вообще, у меня везде здания уже по-хорошему построены, да? А, давайте в Виндзор. Где у нас Виндзор? Подожди, у нас нету порта, что ли, в Виндзоре? Фак. А, ладно, Галифакс пока тогда. Тут, да, нету порта. Нужен морской порт. О, создайте рок-группу. Надо создать рок-группу. Все-таки. Ну, чисто для ускорения цифровой демократии. Так, где она тут? 600. Только давайте, может, не здесь, а где-нибудь поближе, чтобы недалеко бежать было. Вот в Виктории, в Манаус поедем. Намного быстрее все стало. Не хочу я там большие головы строить. Блин, Галифакс, конечно, красивый. И вообще, у меня уже так клетки разрослись за счет культуры. Может поменять с бразильцем союз? Не, ну у меня к нему... Просто нафига мне Ресифе? Я реально больше получаю очков всяких великих людей за счет караванов к нему, за счет культурного союза. И там уже скоро должен быть третий уровень, наверное. Если он... Если вообще он уже не стал. Надо глянуть, кстати, когда там третий уровень. Так, что с ураном? Уран есть. Надо только обработать. Бля, что так бразильцы все не любят? Не, еще до третьего уровня, кстати, далеко. Тут нанотехнологии, нанотехнологии, ядерный синтез, робототехника. И все техи все равно надо открывать, и пластмассы, да? Давайте с пластмасс начнем. Рыбацкое судно больше дает. Блин, убит. А он, по-моему, третьего уровня был. Так, все цивилизации в пределах 10 клеток, 50 туризма. В национальных парках и с чудесами природы. На морских курортах и в гаванях. Так, чудо природы у бразильца есть ли?
Я вот не помню, по-моему, не было. Не, нету. Ну а ближайший у меня, по-моему, где-то здесь, да? Кри, значит, нафиг надо. А, гавани. Ну, гавани должны быть. Так что, наверное, прокачиваем. Вот, например, первая же гавань, да? Пожалуйста. Не могу обещать, что прекращу. Серфингисты. Группа будет называться... Не знаю, давайте читы будем использовать. Океан Эльзы. Чтобы работало и работало. Так, рядом нельзя курорты ставить, но мне, видите, повезло, у меня эти горы как-то по одной стоят, так что мы можем довольно много курортов сделать. Так, сразу срыв ракетостроения делаем. Что с оказанием помощи? Да ты прикалываешься, Кри. Я все равно более помогающий, отвали. Кстати, мне урана и так должно 2 капать от хатусы. Не знаю, стоит ли мне этот обрабатывать. Ну, то есть, обработанный будет 3 давать, с другой стороны. А с третьей стороны, мне вообще не нужен уран. Ну, нужен, может, я ядерку кину таки в Россию. Но для этого мне и от хатусы хватит 10, когда наберется. Так, цифровая демократия, плюс 2 довольства ко всем... Я, можно будет Кате карточку на довольство убрать тогда, что-нибудь вместо нее поставить, потому что у меня довольство просто немерено. Делайте то, что я прикажу, в моих силах вас уничтожить. Что-то в себя поверил. Минус 3 боевой мощи всех юнитов. Плюс 2 культуры. Значит, наверное, культуры будет под 2000. Так, у меня перекупили Ватикан. Нужен ли... Ну, вообще нужен в любом случае, нам же... Нам же... Этих... Очки дипломатии это все дает. Так, что мы будем... Ну, тут логистику я поставил. Остальное мне ничего сильно много не дает. Теократическое наследие. Вот демократическое наследие, наверное, поставлю. Пока не буду ничего на счастье, я хочу посмотреть, сколько у меня счастья будет. Дальше хочу плюс 4 влияния точно. И из оставшихся карточек... Рационализм, наверное. Хотя у меня тут и так... Дофига науки. Может, когда 5-летний план лучше? А, еще одна карточка, кстати. Довольство, жилье, 50%. Ну, блин, это чисто к Бразилии. Я не уверен, что это много будет давать. Ладно, давайте на этих возьмем... На рабочих. Вот еще куплю одного. Так. Ну что, как пройти? Как океан Эльзы? Играет концерт второго уровня, уровень повышен,
Аж говорю, читы используем. Доступно повышение даже. 150 альбомов продано. Там-там-там, тільки там, де нас нема. Там не падає зима. Накапливается на мень... Нафига надо нам это? Не надо, давайте другого флотоводца. Так, Ватикан. Исследовательские гранты в Оттаве. А, блин, могу этого взять. Предоставляет линкор. А, и не могу отказаться уже. Ну ладно, предоставляешь линкор, фиг с тобой. Блин, опять надо было ниже использовать. Чтобы вот, вот эти города попробовать обратить. Так, чё, куда дальше идем? Управление будущего, очевидно. Блин, может просьба... Не, ну в Оттаве точно исследовательские гранты. Просьба о помощи в других местах. Оказание помощи, точнее. Можно было не заходить. Так, посмотрим. Ну, плюс 8 даже без карточек. Ну, охренеть. Так, можно вот так делать уже. Ну, это у меня демократия ушла, карточка с демократией, поэтому жилья так меньше стало во многих городах больших. Но они уже вряд ли будут расти у меня. Поэтому и переключаю. Боже, 765 науки и 2000 культуры. А что наши улетатели? Пока второй проект не закончен. Нанотехнологии. Вавилон открыл нанотехнологии. Но мне все равно не хватает очков. Все еще. Так что вполне чувак может улететь. Кто-то из них. Но Канада хочет быть мирной и дипломатичной. Только вот майя все нас как-то не любят, с подозрением относятся. Так, тут ничего менять не будем. Что мы тут дальше открываем? Вот, одно очко дипломатической победы и... Улавливание углерода. Получаем 30 единиц мирового влияния. Вот, борьба с глобальным потеплением – это точно наш выбор сейчас. Тут мы что делаем? Ну, пошли, наверное, в работы... Нет, подожди, спутники. Два центра вещания, два дрона. А дроны у нас где? Ага. Два дрона могу построить. Три танка. Уничтожить юнит не могу. Алюминиевый рудник не построил. То есть у меня алюминий чисто от хатуса идет, да? О, блин, я нефть не закупил. Черт. И он же, кстати, мне и нефть продаст.
55 вход. Ну ладно. Что поделать? Все надо. Так, какие у нас прокачки дальше? На клетках чудеса. Не чудесами, а просто с чудесами. Это, например, вот, вот чудо, да? Все цивилизации. И на клетках с театральной площадью тоже. Вот, давайте на клетках с театральной площадью увеличивается на 2. А, блин, надо было походить сначала. Фак. Пойдем вот сюда сыграем. Или вот Сальвадор де Байя сыграем. Блин, так может мне купить больше рок-групп? Че тут? Амани прокачали. Так, тут ничего не меняем. Уголь надо продавать. Только ацтекам продадим. Ну и в принципе можно. Так, в Виндзоре у нас нужен этот археолог 6 ходов. Так, что у нас еще не заполнено? В Виндзоре и в Виктории. Почему тут тематически висит, как будто? Виндзор и Виктория. Что-нибудь почитать есть, короче? Раз, два, три, четыре. Так, пока больше ничего не покупаем. Скоро уже 1000 будет. Так, ну я на втором месте уже по возможной туристической победе. Просьба о помощи. Надо не останавливаться, короче, с просьбой о помощи. Там что-то кри настроены серьезно. У меня нету предприятия на свинине. Точно. Потому что сгорело, наверное. Так может тогда в Торонто лучше сделать. А еще у меня на черепахе можно. Получается. Еще куплю строителей. Начнем борьбу с глобальным потеплением. И 3 посла еще куда-нибудь можно будет. Или поберечь, хотя у меня 3 уже есть. Кого-нибудь могу засоюзить? Наска, 5 послов надо. Четыре посла на Ланда. 3 посла Аккад. Наверное, Аккад засоюзим. Потому что нам не важны его бонусы, нам важно, чтобы он просто был засоюжен. И это еще плюс 5% в культуре и науке получается. Aim for the moon. Fetter this malefactor to the jagged rocks in adamantine bond. Гонконг кто-то захватил зачем-то.
Так, значит, в союзе Макат. Дальше. Тут уже пофигу вообще, что открывать. Но можно любой тип повышения для рок-групп. Уровень повышен, 2500 туризма. Последний аккорд концерта слился с восторженными криками толпы поклонников. Все защищаются по домам, счастливо напевая популярные мелодии. Кианальзе, конечно. Мощно выступает. А, на котина черепахах есть производство. Мне кажется, тут тоже было на свинине, просто сгорело. Калинка-малинка это заиграла опять. Нет, не хочет Крис сдаваться. Приходится постоянно. Но я могу тут, знаете что, варьировать. Вот тут, например, улавливание углерода сделаем. Поставлю там сейчас вместо рабочих. Еще раз куплю рабочего. Или мне вообще хватит уже зарядов? Ну, чтобы лыжные курорты организовать. Это мне еще раз. Два, три. А, так три всего. Мне, наверное, больше не надо рабочих. Ну и тут обработаем. Рядом с Галифаксом. Вот тут еще можно нефть обработать. В принципе, да, мне, наверное, больше рабочих не надо. О, Сиднейский оперный театр построил. Я и забыл про него вообще, что я его строю. Так, ну вроде от... Пока улавливание давайте сделаем. Так, Ванкувер, что Сиднейский еще... Три ячейки музыкальных шедевров можно купить. Ну и тут давайте тогда фестиваль проведем. В Сиднейском оперном театре, раз уж такое дело. Ну тут оказание помощи, ладно. И тут оказание помощи еще. Так, порт готов. Я может тут поставить кампус, чтобы медресе построить чисто по приколу. Ладно, давайте кампус вот здесь и медресе тогда тут. Так, вот эту рыбу можно просто собрать, да? Никакой город не обрабатывает. Еще уровень. Клетки с чудесами развлекательного комплекса в космопортах и кампусах. Ну, давайте еще и Space Rock сделаем. Вот тут выступим. Блин, опять я не походил. Сначала ходи, потом уровень давай. Редких ресурсов нету, а шедевры надо музыкальные покупать. В связи с Сиднейской оперой.
Они больше всего дают туризма и всего остального. Все. Все заполнено. Так, у нас вот археологический, но я археолога делаю. И художественный в Калгари. Ладно, следующим ходом в художественный что-нибудь куплю. Так, вот у нас еще один, еще одно место для... Тут нельзя, да? Тут у нас... А нельзя рядом ставить горнолыжные курорты, поэтому, видите, через одну я делаю. Ну, в принципе, все. Еще один горнолыжный курорт я могу сделать. Кстати, Бразилия с тем же самым занимается, обратите внимание. Знаменитые бразильские горнолыжные курорты почему-то в Ресифе, и почему-то он там правительственную площадь строит. Прикол. Конечно, правительственная площадь очень прикольно строится. Пачакутек становится целью кризисного союза. Против инка Майя ополчилось, чтобы освободить город-государство. Так, вот тут мы ставим карточку вместо строителей. Вот это, ваши его группы могут выбирать любой тип повышения. Так, просьба о помощи 2. Ну, я думаю, уже можно не делать. Вряд ли меня Кри может догнать. А, слушайте, я не могу... Не, наверное, улавливание СО2 можно только с промышленной зоной, точно. Да, улавливание СО2 только с промышленной зоной, если оно у вас есть. В этом городе, имею в виду. Вот видите, тут промышленная зона есть, улавливание углеводорода. Углерода, точнее. процентов. Да, все. Три концерта провели. Океан Эльзы. На жаль, группа распалась. Так, реально, что-то у меня... Рабочих до хрена. Мне тут обрабатывать нечего. Не знаю, нефть пойти, что ли? Все-таки. Наверное, исследовательские гранты тогда. Ну, в популизм надо, очевидно, мне идти. Хотя вот тут 4 единицы мирового влияния вход. Нет, давайте, наверное, доктрина умной силы. 4 единицы мирового влияния вход тоже надо брать. Стареющие рокеры про океан Эльзы. Эх. Артефакт. Ну, по-моему, я там не могу. У меня только один артефакт средневековья. Поэтому мне не собрать. А по-моему, был еще артефакт средневековья у бразильца. Сейчас надо будет глянуть. Что там, война закончилась? Или вы воюете? Вон какие-то ацтеки прям в нападение перешли. Не буду с ними дружбу заключать.
А, нет, если я не заключу дружбу, они на кого-то нападут из моих союзников. Ладно, с Россией не буду заключать дружбу, с этими заключу. Ну, нихуя, Колумбия не хочет. Хм. Так, ладно, значит, Бразилия. Да, есть артефакт средневековья. Давайте смотреть, что мы отдавать будем. Так, во-первых, артефакт древнего мира Уилфреда Лорье надо отдать. Ну, давайте с Бразилии этим и торганем. То есть вот этот каменная табличка на кольцо с печаткой. Он мне даже заплатит. Так, теперь с ацтеком. Так, средневековье. Античность. Блин, а это артефакт Монтесумы, фак. Что ж ты будешь делать? Ладно, давайте посмотрим, может у ацтека еще что-нибудь, может у него на древний мир есть. Нет, у него только этот есть, средневековье, да блин. Невезука. Но не догонит уже все. Думаю, можно тут не волноваться по этому поводу. Так, рок-группы давайте покупать. Давайте посмотрим по великим людям. Ну, это мне не нужно, я ее даже пропущу, если сейчас набью на нее. Так что да. Рок-группы Канады спешат на концерты. Блин, ну я думаю, что уже длинная серия. Прошлая была длинная, это, я думаю, надо заканчивать. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут это продолжение поискать прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо, что поддерживаете. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живе Беларусь! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.